17 апреля. Семен Щедрин родился 17 апреля 1745 года. Золотой медалью окончил Санкт-Петербургскую академию художеств и был приглашен продолжить обучение за границей. Щедрин поехал в Париж, а затем в Рим. В Париже он изучал работы старых и современных художников. В Риме попал под влияние идей классицизма. Вернувшись в Санкт-Петербург, Щедрин стал профессором пейзажной живописи в Академии художеств. Он был назначен рисовать виды дворцов и парков Екатерины Великой, которые привели к возникновению таких работ, как вид острова Большого пруда в царско-сельских садах, сельский двор в царском селе. Щедрин принимал участие в реставрации произведений Эрмитажа и возглавлял новый класс пейзажной живописи. Лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Лагерь для военнопленных номер 17» Уильям Холден тоже родился 17 апреля. Сыграв первую значимую роль боксера Джо Бонапарте в фильме «Золотой мальчик», Холден стал звездой. Это был настоящий прорыв, учитывая то, что азам актерского мастерства его обучали прямо на съемочной площадке. 6 раз его имя называли в десятке самых популярных актеров США. Американский институт киноискусства поместил Уильяма Холдена на 25-е место в списке 100 величайших звезд кино.